Это такая небольшая мысль. Посмотрим, будет ли она правдой или будет она просто-напросто неправдой. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прия. И сегодня я постараюсь ответить на самый главный вопрос текущего дополнения. Когда же выйдет обновление 9.1? Потому что с момента старта 9.0 прошло уже очень много времени. Тянется оно почти как последнее обновление, но на самом деле является первым. И это, само собой, грустно. На текущий момент очень много всяких различных интересных новинок происходит, игровых. Уже заанонсили Dying Light 2, Stalker 2, полноценные игры, в которые я буду играть, когда они релизнутся. А небольшое обновление для World of Warcraft 9.1, где всего лишь новый рейд, новый сезон, новая локация, ничего еще не сказано. Это, само собой, грустно. На Вовхеде относительно недавно появилась информация касательно выхода новых потасовок, немножко реворкнутых и видоизмененных. Давайте сейчас посмотрим на даты, и я думаю, именно смотря на эти даты, уже как-то можно отталкиваться касательно выхода обновления 9.1. PvP Brawl календарь. Что получается? Это различные PvP-шные потасовки, и указаны даты начала их и даты окончания. То есть, например, потасовка Comp Stomp, она стартует 10 августа и кончается 17 августа. Следующая потасовка Deepwind Dunk начинается 17 августа, кончается 24 августа. Shadowpan Showdown начинается 24 августа и кончается 31 августа. Есть мысль о том, что обновление 9.1 будет выпущено, будет в лайв-статусе ранее 10 августа, потому что, скорее всего, эти потасовки уже будут реализованы в самом обновлении 9.1. Таким образом, получается, просто-напросто 9.1 выйдет до старта этих потасовок. А если глянуть в ближайшие среды по отношению к 10 августа, то это что получается? Ну, 10 августа — это для американских регионов, как я правильно понимаю, просто-напросто даты написаны для нас, людей, играющих на Европе. Это получается уже там не 10, а 11 число. Но если глянуть прошлые среды, то это 4 августа, 28 июля. Так что мне просто-напросто кажется то, что обновление 9.1 будет выпущено 28 июля или 4 августа. Ну а 11 мы уже увидим типа новую потасовку, переработанную, новый контент, все-таки как-никак в новом обновлении. Это такая небольшая мысль, посмотрим, будет ли она правдой, или будет она просто-напросто неправдой. Поживем, увидим. Все-таки еще в марте, еще в апреле я рассуждал о том, что 9.1 будет в июне, а в итоге сегодня середина июня, 14 число, и мы даже реально не знаем, когда будет 9.1. От разработчиков ноль информации. Мы, обычные игроки, должны сами думать, когда же выйдет обновление 9.1. Ну, я уже все сказал. Скорее всего, это будет либо 28 июля, либо 4 августа. Даты хорошие, замечательные. В целом, да, кайфовые довольно-таки. И люди отдохнут, и июль свободен. И можно все дела попеределать, которые только хочется. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!